Нету, да? Ты резал Новый год. Вот, алкаш, блин. Все, тихо, Новый год. Твоего яйца! Эш, кеш. Путин, Путин! А, ребята, ребята, мы собираемся. Мы все собраты. А где елка? Таня, а где здесь елка стояла? Ты куда ее? В Португалию? Да. А что там, у них елки нет Нового года, без елки не будет? Да, нет, мы это, ребят, мы берем к Димасу в этот апартамент и елку. Мы ее вернем, мы ее вернем. Ребята, идем к Димасу на Новый год. И только что пришел сигнал от Маши, что Дима, говорит, всю водку выпил. А вся водка у Димаса была. Надо, короче, в магаз заходить, покупать. Если он работает, то купим, блядь. А если нет, то, да, трезвый Новый год. Я не люблю, что он сигарету выкурил. Что это, блядь, из магазина из этого, из хорошего, конопляного. Зубровка, плиз, литр. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. С Новым роком, друзья! Ребята, идет госприемка. Вот, смотрите. Полицейские анализы берут какие-то, блядь. Короче, мы на этой лавке. Мы на этой лавке курили, блядь. Реально, вот с этого магаза, блядь. Прикиньте, там госприемка по полной идет. Мы реально там курили, распивали, блядь, напитки. Русские! С наступающим! Я слышу, звучит, я говорю, с наступающим. Да, ребят, давайте. А где в Калининграде живете? Да мы сейчас здесь живем. А, вы здесь живете? Ну давайте, с Новым годом. С Новым годом. С наступающим. Все, с наступающим. Привет! С наступающим! Привет. Где кто? Привет. В смысле, где все люди? А дома? Этот спит. А, этот. Этот по имени отец. Здравствуйте, дядя Дима. Дядя. Че ты, пьяный? Как бы празднуешь Новый год? Я, короче, мы с тобой сейчас выходили из дома, думаю, Дима, иди как сейчас стыдно, Дима, будет. Иди. Как сейчас стыдно, короче, Митя такой пьяный. Так что стыдно-то? Никогда за меня стыдно. Я вообще, я. Эй! Вот, алкаш, блядь. Хулиганы, тунеядцы. Скажи что-нибудь. Поебал, да. Знаешь, как по-польски этот Новый год? С Новым годом. Тань, как там? С новым... Счастье. Новый рок! Новый рок! С новым роком. Чтобы ты всегда пах. Открой рот. Закрой глаза. Чтобы ты пах вкусно. Как, знаешь? Да дай сюда. Не надо. Не работает. Это мое. Чужие подарки трогаешь. Чтобы ты пах, как тот темнокожий мужик. На лошади. На лошади. Да, я на коне. Миша, Миш, это тебе, чтобы ты всегда... Сладость, пах Сникерсом. Я говорю, что отдельно сладкое. А тебе, чтобы себе затек. Две пары даже. Да! Спасибо. Я хотела бы себе оставить, буду ладно. Конечно. Хочешь поделись? Знаете, ребят, это очень круто. Нахуяриться перед Новым годом? Нахуяриться перед Новым годом. Знаете, это вам общий подарок. Класс. Мед, о. Да, конечно, Калининград. Это мой самый любимый крем. Главное не перепитать, не перепутать, так что мазать на лицо. Митенька, и ты тоже мажешь. Во время зимы мажешь. Хорошо. О, вау! Народ к разврату готов! Никого. Никуя. А что случилось? Импреза робимо, хочешь пану поведеть, что будет кошно. Чекай, твой друг сказал, ты по-русски чуть-чуть так. Да-да-да. Твой друг сказал, чтобы не было погошно. Понимаешь? Чего? Димас, что ты тут сказал, блядь, людям? Нет, чтобы по... С балкона, что ли? Извините, пожалуйста, человек немножко это... Что там сказал-то? С наступающим, извините, пожалуйста. Все хорошо. Не-не, а что случилось? Окей. Что с Новым годом, ребят. С Новым годом, с новым счастьем. Ничего не понял. Что, о чем он сказал-то? Да это приплывает на людей. Когда? Они шумели сегодня. Но они топали там. И он пошел разбираться, ты представляешь? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ребята, вот наш новогодний стол, новогодние гости. Леонтьев опять оделся. Ну что, ребята, может быть, мясо поедим? Давай их рыбы поедем. Давай. Как говорится, у меня процентник с гриля. Мне стейки свои не нужны. Стейки. Ну выйдешь, а что, не лежат уже, второй год. Человеком, понимаешь? Да не по баночке, из-под кала перец принесла. Это из-под мочи. А это из-под спермочки. А, это какое масло? Масло, это я сдавал, блядь. Как по заднице, а? Все, тихо, Новый год. Московское время пошло, давай, родная! Ой, московское, 20... А, Москва, да, 22. Москва, Калининград будет 23. Конечно,
Москва, на два часа раньше, в Москве. О, ваши фермерочки давай, родные! Эль гулякус! Сейчас по-польски говорить будет. Обжешка! Давайте по Москве встретим Новый год. Где рюмки? Маша. При детях бухают. Ребята, а вы как Новый год праздновать? Ну, в смысле, я про взрослых спрашиваю. Взрослые, а, кстати, взрослые не будут задавать вопрос. Я так, блядь, вырос, нахуй, при мне сюда Новый год так праздновать. Постоянно с родителями, да? Но. Что, они пили сок? Но. Ну, Москва, с Новым годом! Вот оно. О, почему Путин вышел? Дмитрий Сергеевич Песков. Да, он сам. Татьяна Навка. Навка, а это... И Роман Костомаров. А это... А это Татьяна Тарасова. Ага, пробуй. О, самая здоровая еда, ребят. Ни духов, блядь, там, ни картошек с сыром, там, не посыпать сырочком, что-то. Майонез, вот. Господа, позвольте вас поздравить с Новым годом. Поздравляйте, мы хотим. Поздравляю вас с новым наступающим Новым годом. Осталось до Нового года буквально 2 часа. Да. Хочется поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пожелать вам счастья, любви. И почаще, чтоб ебали их. Здоровья. Друзья, и вам. Будьте здоровы. Ну чё, как это у вас стейки? Слушай, ну вообще стейки удались. Ребят, пенсионская вечеринка. За окном небо цветет. Ла-ла-ла-ла, тайна. Вижу отражение. Ребят, человек 22-39 решил. Очнись еще раз! А это Дмитрий Сергеевич Песков. Подождите. Татьяна Навка перекрасилась в черный. Раз, не надо, мы правы. Ты можешь, когда будет настоящий Новый год, ты можешь это тогда сделать. Уважаемые граждане России. Через 20 лет можно. Дорогие друзья. Совсем скоро наступит 2020 год. Есть маркер у Сумы нарисовать? Да он с 3 часов дня говорит! 12, что будешь делать? Встаньте, блядь! Вы, блядь, Путин говорит, встаньте! Да Димас, ну нахуя, да ну рано еще будет, сейчас 20 минут. Убирай, блядь. Сейчас мы с вами... Обломали Димаса. Бой аккуратно. Верим и надеемся, что... Блядь, это 22:49 по местному времени. Говорится, не бьешь, так не бьешь, блядь. Да, снимай. Тихо, не ори. Пока Димас не видит. Вот так вот держи. Главное, чтобы она улетела. С Новым годом! Куранты! 22:49 A few moments later. Димас, ты что делаешь? Слушай, Димас, ты этажом ошибся, поляки туда стрипки заказывали. Что Новый год уже не наступил, ребята. 22:59 У нас еще час с лишним до Нового года. Дмитрий, вы в танцах! Вы в танцах! Ребята, вы понимаете, что в России уже, по всей России, от Владивостока до Калининграда, уже 2020 год, а мы еще в 2019-м. Димаш, а Димаш еще в 2018-м. Все, ребята, какой мы, 8-й раз уже празднуем? Все, ребята, без пяти, по-польски без пяти 12, 23:55. Зажигай. Тихо, за гимн заиграй. Рано. Ребят, с нами один Димас не дожил. Не, ну он повстречал, он 22:39, 22:49. У меня такое волнение, У меня в 22:49 не было такого волнения. Низкий вам. А самый огонь наверху, ребят. Самый огонь жаркий наверху. Всегда готовы за 2020 годом. Ребята, с Новым годом! С новым счастьем! Ваши!
Гоу, гоу, гоу! Одеваемся, одеваемся, одеваемся. А, морозок, морозок, морозок. С Новым годом! Пошла руда! Полетела! Пиздец, блядь! Славься, отечество! У нас поляки зарежут, успокойся. Ты что вырубил-то, блядь? Слушайте, а говорят, что в Европе Новый год не празднуют. Давайте посмотрим, как не празднуют Новый год. Ага, говорят, нельзя с балкона взорвать. Вон, ебашит, блядь. Утёт. Ну-ка, давай, на, Миша, неси, блядь, заряжай. Не, это не надо, Паша, это а не надо. Что? Это на улице. Это на улице, это на улице. Хули, нам свою пикалку включили, пукалку, блядь. Хули, нам пукалку свою достали. Смотри, там фига нормально шмахать. Шваля, шваля, шваля. Сейчас, Саня, ебанем, ебанем, посиди. Смотри, смотри, смотри. Вот, гайд, лук, ми, блядь. Педали, блядь, мне в глаз ебануло. У меня руки пизда. Глаз, руки пизда, глаз пизда. Вообще опасно, блядь. Слушай, ребята, идем это. Как это называется? Мы идем из центра НАТО, НАТО атаковать, блядь. Как это с Новым годом-то? С Новым Добском. С Новым годом. Где выход? Все, вот оно, где зло НАТО. Вот здесь собралось. Нет, надо вот на лавку. Да вот на лавку. Вот, да, вот, чисто. Давай, давай, ставь. А точно так, ребят? А как еще? По-другому никак. Ты посмотри, да, где Вера Денис. Да, не, наоборот, что? Я хуй знаю, где Вера Денис. Happy New Year. Happy New Year. Help me, please. What up, what down? Здесь, а, здесь, up, yes. Да все, не трогай, это Вера, значит. Блядь, тоже фитит. Блядь, я не знаю. Все как нас, и уходите все. Если что, за меня прячьте. Да ну нахуй! Давай! Беги! Ой, тут ты не сильно воткнул? Ты что так сильно втекаешь? Так с рукой, ты чего, блядь? Давай еще! Давай друг друга! Пытка номер два, берусь. Было! Ребят, поляки Новый год вообще не празднуют совсем. Все, ничего не работает, никто не празднует Новый год, все празднуют. Тут же. С Новым Рёким! Нихуя от народу, пиздец, блядь. Вообще не празднуют Новый год люди. Только Рождество, Тань. Новый год никто не празднует. Балдеж, молодежь. С Новым Рёким! Эш-кеш, эш-кеш-мешкер, блядь. Ёбаный в рот. С Новым Рёким! Что там, Мордо? С Новым Рёким! С Новым Рёким! Yes, yes, yes. Ну, Ванюха, объявляй, какое сегодня число? Первое. Какое? Первое. 1 января. Вот вам и европейцы, да, Иван? No comment, пожалуйста. Вот видите, как мусор бросил. А может быть, это какой-то бомж, который банки собирает, а он просто их спрятал, кодировал. Открыто же. Доброе. Да что там? Зен добрый. Здравствуй, здравствуй, трезвый Дмитрий. А где Михаил? Я уже не трезвый. А, нас приветствует трезвый Дмитрий. Дмитрий, зен добрый. Я не дождался тебя, я... Татьяна, вы что, здесь ночевали? Я тебя оставил. Блядь, ты все выпил, вон еще забровку был. Я выкурил все. А, выкурил? Козел, козел. О! Слушай, ну я не удержал, я немножко больше половины примите. Ну, я вижу половину, блядь, половину. Тяни. В себя прямо. Не дожди. Во. Я календарь перевернул 6 1 января. Зря не поехал. Идеальное 1 января выглядит именно так. Я календарь перевернул
И снова 1 января! Хлоп. Что, Димасик, как? Делишечки. Что-то, ребят, я вам скажу, не очень сегодня. 1 января вроде как бы продолжение праздника. Как у вас дела в 2020 году? Секс был? Секс, блядь. Новогодний. С одноруким бандитом. Мы отключаемся. Hello, where you from? Germany. Germany? Oh, Germany. Окей. Okay. Меркель. Хуйня. Меркель, хуйня. Хуйня. Happy New Year. Меркель, хуйня. Да. Happy New Year. Меркель, хуйня. И самое обидное, знаешь, что будет, Дима? Что вчера мы шли, эти шли малолетки, нас не отпиздили. А пенсионеры нас из Германии отхуярят. С ними ехать. Че, Дима? Дай с ними нахуй видим, блядь. Куда? К ебаной матери. Путин! Путин! Дурак, что ли? Бежи, блядь! Беги, блядь! Я с Украины! Блядь, пенсионер отпиздят, вообще охуенно будет, блядь. Они смотри, они все повернулись, смотри, уже, блядь, бросили. Ну, что ты ебанутый, если хуйню варишь всякую. Как будто, знаешь, как я с языком бы зашел бы, как бы, Алла, я в бар, блядь, и все. Казахстан! Меня стали сочновья! Сейчас я порву, блядь, этот пол! День и ночь, оу! День и ночь, давай! Я одинокий бродяга, любви Казанова! Так, ребята, вы в курсе, что 1 января не существует? Маш, ты можешь не прятаться, тебя все равно... И второго тоже! Ну-ка, покажи сливу, подожди, у меня есть слива? Трандец, блядь, ты что сделал? Смотри, блядь. А у меня, блядь. Ой, ты похож на это, Никулина сейчас. Юрий, Никулин. Не дурьте, блядь, сука, блядь. Блядь, с вами нельзя бухать. Я тебе говорю, поэтому мы все, дайте нам вилки, отдали? Прощайте. Прощай, прости. Надеюсь. Блядь, слушай, у нас соседи заебали опять. Че опять? Блядь, я думал, пойду драться. Ну, давай. Где бассейн? Я не пошел. Все, давайте, прощайте. Прощайте. Мы вас не знаем.